Привет, ребята, с вами Сэма на канале Мисс Ани. Ну и мы как бы сегодня, как это сказать? Привет всем, друзья. Ну что, сперва, наверное, мы всем скажем, да, что извините, что нас нету в эфире долго. У нас опять, как всегда, с Аней немножко приболела. И не было просто времени, потому что мы разъезжали по поликлиникам и... немножко по больницам, да, и немножко мы тут лечились. Ну что, у нас сегодня праздничное, предпраздничное настроение, потому что мы готовим для Саниных одноклассников, да, сюрпризики. Да, нам надо, ну, приготовить. Каждый день у нас есть какого-то ребенка день, у меня, например, 13-й день. Завтра, короче, 13 декабря у них были такие, как они вытягивали, кто какой цифро, как это число вытянет, да, Сани? И, короче говоря, Саня вытянула, что у нее 13 декабря. Ну, конечно, цифра такая, конечно, такая какая-то. Ну, как раз, например, вот мы теперь сидим с Саней. Нам не хватило немножко тут всяких, но вот уже тут подарочек уже готов. Посмотрите. Там внутри, давай Сане покажем. Вот такая вот очень красивенькая, симпатичная. И вот там всякие. А тут вот орешки, конфетки. И для каждого есть по вот такое вот стихотворение. Тут, видите, с номерочком, потому что каждый будет говорить свой номер, да? Как, да? По какому номеру? Ну вот. И вот такие, видите, заклепочки очень красивые. Вот с елочкой, с Дедом Морозом. Нет, ну, так вот эта киса самая милая. Покажи. Вот с кисочкой такой. Ну вот, а тут еще у нас вот такие подготовки, да, приготовки такие. Вот сколько еще мешочков для каждого одноклассника. Тут для учительницы вот такой вот шоколадик будет очень. Ну, а тут шапки, да, смотрите, сколько у нас будет маленьких гномиков завтра, да, в школе. И даже учительница. И даже учительница, да, будет завтра. И будет у вас преподаватель. Гном. Да, да. Нет, завтра будет, знаешь как, у вас будет, это, наверное, учитель. Урок литовского языка. Я так думаю, у вас будет очень завтра праздничное, хорошее настроение, вы очень хорошо проведете потом, время. А потом, когда это все сделаешь, потом тебе громко весь класс говорит спасибо. Да, каждому, да, кто вот так делает сюрпризик, вау, как тебе завтра будет хорошо, вот, Саня. Я тоже тут как бы... Да, Саня тут немножко тоже, видите, как красиво, вот уже чулочки, уже ждем, пока там кто-нибудь мне что-нибудь раз, да не принесет, да? Один раз здесь конфеты положили. Да, Саня, ну у тебя очень кровать прямо королевская, да? Ждет, не дождется Деда Мороза, да? Да. Ну что, мы уже письмо, да, написали, ждем, да, будем, да, очень... Да, планшету ждем. Ждем новый планшет, потому что у нас планшет вообще умер. Уже все. Да, умер наш планшет. Вот такой, смотрите, если были вот такие бы шапки. Там колокольчик, слушай, он звенит как прикольно. Как у коровки. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Стоит гном. Да. Подожди, могу посмотреть, как я выгляжу? На том парковке. Классно, да, да, Саня? Ну вот, а теперь понемножку будем собираться. У нас репетиция сегодня, танцы. У нас там тоже будет праздник. Мы купили очень красивое красное такое платьице. Тихо. Да. Тихо. И будем тоже готовиться к праздникам. Ребята, давайте напишите, какие у вас там идут представления, чем вы там занимаетесь, какие подарки готовьте, да, друг дружку, хорошее ли настроение. Саня, а я, слушай, не завтра у тебя, а 14-го у тебя же в школе этот день пирогов какой-то, да? Надо будет что-то еще приготовить, да, Саня? Давайте я попробую. Вот так, смотри, сделаю тебя красиво, потому что вот тут у тебя не очень. Вот так, смотри, подожди. Дай посмотреть. Вот так должно быть, видишь? А волосики нет, вот так. Нет, вот так должно быть. Ну вот. Как у гномика. Ну вот, настоящая гномиха. Гномиха. Да? А я могу показать, как я разукрасила там? Ну давай покажи. Короче говоря, знаете, только сегодня было... Я сама рисовала. Ну давай, принеси. Вот. Ну-ка. Я здесь лошадей. Давай вот тут, давай, Саня. Ну, давай показывай по одному. Ой, один твой этот стих. Сперва такое было. Вау, красиво как. Супер. Разукрасили. Ну, вот это так, мне такая. А это вот эта порода, как называется, лошадей? Это не фриз, а эту не знаю. Ну, такие большие какие-то у них лапы. Или копытца, да? Это копытца. Не копытца, это пух на ногах.
А где эта девчонка, что вот такая была на тебя похожа, что лошадь? А, я могу быстро ее принести? Давай. Ну вот, вот я у меня это же ребеночек, да? Малюсенький. Вот, какой... вот это у меня самая красивая Саня. Смотрите, на Сане похожа девчонка. Вот такая вот Саня вчера тут разукрашивала. Сидела вечером, да? Мне папа через компьютер отправил. Тебе прислал, да, Саня? Ну так, что сейчас еще? Ну ничего, я думаю, что мы сейчас понемножку будем собираться. А потом я еще хотела бы очень к елочке поехать, но нам сегодня уже не удастся, потому что мы сегодня после репетиции еще едем к врачу. Да. Да. Поэтому у нас время мало, мы сейчас будем готовиться. Я надеюсь очень, что мы понемножку как-то вознаградим всех и себя, что мы начнем понемножку опять сниматься, потому что мне очень жалко этих, конечно, да. Время нету, и очень эти надо стараться из-за этих новых правил, потому что, конечно, хотелось бы в бассейн поехать и показать что-то, и немножко... А знаешь их... что? У нас сейчас новогодние в бассейне акции. И в субботу, ну, да? В воскресенье всегда. Ну, сейчас остались от мадени. Бывают акции до первого, ну как это сказать, экипировалма. До первого часа дня? Да. Бывают только за 3 евро. Это типа очень дешево, да? Да. Ну вот Саня ходит со школы уже в бассейн. Я сегодня ее в бассейн не пустила, потому что я боюсь. Там, знаете, они все такими выходят, быстренько все, они, у них волосы не у всех посушены, и потом начинаются проблемы, а проблем мы не хотим, мы хотим весело встретить Новый год, Рождество, и хотелось бы, чтобы мы уже не болели, вот эти все болезни оставить в этом году, а новый начать здорово, весело и задорно, да, Саня? Да, ну что, друзья, я тогда не знаю, ну что, Саня, я надеюсь, что мы еще докупим, чего нам не хватает. Этот вот этот мешочек самый милый. Да? И, ну, покажи какой. Вот этот, да? Ну вот. И завтра всем ребятам мы сделаем большой-большой красивый сюрприз. Я надеюсь, очень надеюсь, что всем понравится. А ты мне потом расскажешь, понравилось ли всем. Да, да. Саня? Скажешь? Расскажешь? Я, если мне этот попадется, так я себе киску прицепила. А никто не знает, но что вы будете вот так вот не видя, но туда в мешочек вот... за ручкой там тянуться, и я... потом не знаешь, там попадется я или вот нет. Я вот это не хочу. Я тебе скажу, я тебе куплю эту киску, если что, и ты будешь ее иметь так, хорошо? Или вот прямо сегодня вот пойдем докупим, и, так короче говоря... Вот она, есть киска? Ну так давай ты ее себе и оставь эту киску. Я надеюсь, ой, что все будет хорошо. Да, Саня? Если мне еще одна киска попадется, как специально. Ну что, дай 5. Спасибо, Сюня. Ты сегодня была настоящая подружка. И ты знаешь, кто? Мы были сегодня помощники. Помощники Деда Мороза. Мы готовили подарки детям. Ага. Да, Саня? И тоже детям же. Да, и тоже детям. Ну что? Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока. Пока-пока-пока. Пока-пока-пока. Мама, мы же по новым правилам конфеты показали. А что, совсем нельзя было? Ни одной конфетки? Ну вот посмотрим, как будет. Ну это же подарки. Мы показали, что мы готовим так подарки. Что, а там каждому нельзя? Только по одной, по две штучки выходят. Но там много всяких орешков. Это все было... Ну вот, не знаю. Ну, короче говоря, посмотрим. Вот конфета. Одна. Да? Вот Саня. Много конфет. Вот не давай, не показывай. А ты там уже показывала. Ну и что? Ну я показывала, что мы это все ложим в такие вот в эти красивые вот такие вот подарочные такие мешочки. Ну так что это каждому там совсем малость. Вот я еще раз могу показать. Конфет. Смотрите. Одна, две, три и орешки. И все. Не три, а 4. Но это ангелочек маленький. Он вообще не считается. Он там вообще можно его на елочку или куда-то. Да, Саня? Ну, я надеюсь, ну, что все хорошо будет. Ставьте лайки, если потом... Все, бежим. Саня, пока.